Сергеев. Золушку. Но в зале есть молодой человек, который должен выйти и сделать предложение своей девушке. Таким не разочарованием, с возрастом другое ожидание. Думаешь, я уже это мог предположить. К сожалению, я это предполагала, но подумала, рискну. Знаете, у меня есть тост, который спасает от многих рисков. Вообще, судя по интернету, я выпить хочу всегда. А антракта сегодня не будет. И если вам продавали билеты, вам должны были сказать, что антракты. Вам говорили, да, что антракты? Да? Вот я смотрю, здесь сказали, а балкон молчит. А у вас и туалета не будет. Уж я не уверена, есть он в фойе или нет. Есть, да? Ладно, ладно. Зато за кулисы надо ремонтировать. Говорю для секретарей министра культуры Крыма. Вообще этот зал надо ремонтировать. Министру. Для культуры. Но тем не менее, вы знаете, я хочу поднять, ну, неудобно, вот как-то без бутылки. А мама-то у меня в Киеве, поэтому и ребенок в Киеве. Вы простите, ради бога, что я вот сейчас вот эту крышку бросила туда. Я же правда, я же вообще за Львова. Поэтому я за собой потом подберу после концерта. А тост вот нельзя произнести без бутылки. И если этот мальчик, который посмеялся надо мной на моем почтовом ящике, не созреет в предложение... Он еще мальчик. Да. И, может быть, его девочки вообще не интересуют. Такое тоже бывает. Все равно этот тост пригодится всем тем взрослым людям, которые пришли сегодня ко мне, потому что он сглаживает многое. Главное, при любых обстоятельствах, чтобы нашлось... Что поднять? Да хоть воду. Сок, молоко, что хотите, самогон. Поднять одну рюмку, один бокал и сказать человеку, который рядом с тобой, по правую или по левую сторону, независимо от нахождения сердца, просто сказать, я жизнь отдам за тебя. Как надежду, как знание, что это защита. И это просто защита.